областное радио. Мы впервые, ребятушки, скоро соберемся. Не впервые за словою правда подходим. Мы впервые на закусном расставаться. А что в жизни суждено, то по тому и быть. Самые наши острые, командир на сотни, сотник удалой. Эх, курицы, говори, пока молодые, а когда натешишься, повернем домой. Самые наши острые, командир на сотни, сотник удалой. Эх, курицы, говори, пока молодые, а когда натешишься, повернем домой. Тешимся, повернем обратно, солнце в небе синее, светит высоко. Эх, гуляйте, молодцы, эх, гуляйте, братцы, как на сердце горячо, но так жить легко. Самые наши острые, командир на сотни, сотник удалой. Эх, гуляйте, говори, пока молодые, а когда натешимся, повернем домой. Самые наши острые, командир на сотни, сотник удалой. Эх, курицы, говори, пока молодые, а когда натешимся, повернем домой. Эх, гуляй, бей, казак, держи ногу стреля. Мужество и храбрость, и нам не занимать. Самые наши острые, командир на сотни, сотник удалой. Эх, курицы, говори, пока молодые, а когда натешимся, повернем домой. Самые наши острые, командир на сотни, сотник удалой. Эх, курицы, говори, пока молодые, а когда натешимся, повернем домой. Конечно, слушатели в полном восторге. Я вообще не понимаю, как теперь можно начинать какой-то рабочий день после этого. Слушав такое по радио, ну просто вот невозможно не прийти потом и посмотреть вживую. Может быть, попуришку, да? Да-да-да, попуришку. Конечно, давайте у нас 75 лет Великой Победы, да, великий праздник. То есть, и, конечно, фронтовое попури. В исполнении ансамбля Челдона, друзья. Встречайте. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать. Станем над рекою сорки летние встречать. Раскудрявый, пел зеленый лист резной. Я влюбленный и смущенный пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый резной. Раз кудрявый, клён зелёный с крестной, я влюблённый и смущённый пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый резной. Поплыли туманы над рекой. Приходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Приходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла. По
мальчики и чужаки. Казаки, казаки, едут, едут, погребли наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут, погребли наши казаки. Эй! Песня, она называется «Россиюшка». Ты, Россиюшка моя. Поехали. Танцуют все. Адресованных ансамблю «Челдоны». Спасибо вам огромное. Аплодисменты друг другу. Спасибо. Себе. Что проще, в космонавты попасть или в «Челдоны»? Ну, сравнение глобальное. Нет, наверное, все-таки в космонавты сложнее попасть, да? В «Челдоны» сложнее попасть. Нет, естественно, требования, ну, есть у каждого коллектива, я так считаю, что есть образование музыкальное в любом случае. Есть высшее образование у кого-то, у какие-то ребята позаканчивали именно по хореографической, например, у нас балет, да, танцуют ребята, мы поем, как бы артисты вокала. Также у всех музыкальное образование, вокальное образование. И человеком надо, наверное, хорошим. Да, и, наверное... и обязательно хорошим человеком, веселым. В первую очередь даже. Да. Отзывчивым и любить народную музыку. Национальное русское искусство. Первое областное радио.